сломал. Он сломал, вот он один ходит, да. Он тяжелый очень. Класс. Когда они бились, гонг был, вот он один, два даже сломал. А они когда сбрасывают рога? Вот морозы начнут сейчас сильно. Он череп выломал. Ну он ходит, ничего вроде. Вот. Ты мой зайчик. Надо приехать. Прикрой маленько ворота, пожалуйста. Киса. Расскажите чего-нибудь интересного значит, о том, как люди в современные наши относятся к природе, о том, что они делают, о том, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Я начну, наверное, свой короткий рассказ с того, можно сказать, даже издалека. И со мной, наверное, многие согласятся, что вот что сейчас у нас в России происходит негативным, это все пришло, я считаю, с Европы. То есть вся вот это воспитание молодежи, ну мы это все видим, да, по телевизору, что тут стоите говорить. Так что вот, значит, вот это весь негатив он переключился, конечно, на окружающую нашу природу, вот матушку, отношение к животным, к фауне, к флоре очень безобразное. К своему, к лесу, к своему, к своей, да, земле. Да. Я общался с людьми, кто сам, я в Европу никогда не ездил, да и, наверное, не поеду. Настолько я уже настроен. А что там делать? Да, там, значит, говорят, так же практически все загажено, все вот это отношение. Но они, правда, вовремя очнулись, все это очистили. Но у нас, когда это будет все это очищаться, и прекратится ли у нас вот это вот безобразие, это неизвестно. Ну а что происходит? Люди приезжают, и как приезжают, они себя ведут? Вот, даже вот элементарные вещи, приезжают смотреть животных, и вот что есть у них, пакеты, мусор, буквально все за собой бросают, кто-то здесь должен за них убирать. Вот все это ветром разносится, значит, в лес, картина очень ужасная происходит. Потом и лесные пожары из-за них, конечно, появляются. Конечно, особенно вот пустая посуда, водка, пиво, это же все солнце светит, это уже доказано, воспламенение, вот, и так далее. Но это бесконечно, как бы, наша проблема бесконечная, надо так сказать. Я об этом очень долго буду говорить. Главное, что вот произошло у нас здесь вот такое нехорошее явление. Значит, сорвали замки, выпустили животных, мало того, вот, изувечили животных. Для чего это сделано было, непонятно. Никто нам ничего не предъявил, как бы какие-то там... Извинения. Да, извинения, или предъявили как бы какие-то претензии, что мы занимаемся, что-то неправильно, что сделаем хотя бы, да, а то молчком, значит, вот нагадили, и так вот получается. Хотя вот уже, я не знаю, столько отзывов в интернете, что просто люди довольны, вот дети приезжают, общаются с животными, это все прекрасно. В общем, кратко, как бы вот так. Ладно, ну желаем вам успехов в вашем нелегком деле. Мы, в свою очередь, я имею в виду, нас, это внедорожное сообщество Российской Федерации, территория общения сбора 4x4, ну, сделает максимум возможного, чтобы, ну, как-то привлечь внимание культурных, порядочных людей к тому делу, которым вы занимаетесь, то есть развитие именно лесного хозяйства, значит, разведение диких животных на территории Российской Федерации. И русской охоты. И русской, настоящей русской культурной охоты. Да, культурной охоты, которую, опять же подчеркну, Европа вмешивается. Именно Европа вмешивается в русскую охоту. Традиционную. Традиционную, да. Ну, спасибо вам тогда. До свидания. Всего хорошего. Все. Хорошо, спасибо большое. До свидания.